Засниму сейчас немного вам, как оно что работает. Пламя, подсветка углей, поленца, 6 штук поленца он положил. Размеры 30, получается 23 и там 56, что ли. Здесь небольшой выступ, вот здесь небольшой выступ, чтобы прям совсем вплотную его не ставили, вот к этой стенке своей. Тут небольшой выступ. На разогрев ему надо примерно. Это сейчас работает на чуть выше средних оборотов. Там диммер стоит внутри. Можно управлять пламенем. Поинтенсивнее, можно поменьше под себя сделать. Вот. Сейчас покажу, как работает пульт. Выключение, включение. Это подсветка пламени. Можно одни угли оставить. Ну и пар можно оставить тоже. Это подсветка, вот буковка А, буква Б. Это отключает подсветку углей. Подсветка углей. И вот это выключает парогенераторы и кулеры. Пламя исчезает. Можно подсветку просто оставлять. Если нажимаем, все, по новой пошло пламя опять. Ничего сложного абсолютно в этом нет. Вот, например, я убавил ниже средних оборотов. Помягче стало пламя. Сблизи сниму. Угли красивенькие такие. Ну как, это я руками делаю из полиуретановой пены. Уже рука набита просто. Специально делаю прожилки такие, чтобы как будто лава, такое ощущение, как вот.